Я приветствую всех на телеканале «Беларусь 4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». На календаре 22 марта. Замечательный день, четверг. Весна наконец-таки осознала то, что она весна, и сегодня проявила некоторые свои признаки. В общем, здравствуйте, добрый вечер всем. Начать этот замечательный, по-настоящему весенний, хоть немного прохладный, но все-таки теплый вечер, я хочу пригласить наших звездных гостей, нашего звездного друга, солиста кавер-бенда Deck Genials. Ваши бурные аплодисменты. Евгений Зайцев сегодня у нас в гостях. Женька, залетай в эту студию. Привет! Я хочу вас всех тоже поприветствовать. Естественно, поздравить с наступлением весны, пускай она еще пока до конца к нам не пришла. Я надеюсь, мы все вместе споем, да, друзья? Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучаешь, но я вернусь, и ты узнаешь, что я далеко от тебя, родная, я далеко от тебя, что я далеко от тебя. Ты обещала написать, обещала рассказать, как живешь, как тебе там сложно. Ты обещала долго ждать и страдать, и сгорать от любви, но это невозможно. Что еще произошло? Сколько времени прошло? Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все. Я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко от тебя, родная, я далеко от тебя, что я далеко от тебя. Что еще произошло, сколько времени прошло? Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Что еще произошло? Сколько времени прошло? Ты не едешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок! Крошка моя, я по тебе скучаю, я от тебя письма не получаю. Ты далеко и даже не скучала, но я вернусь, чтоб ты узнала, что я далеко от тебя, родная, я далеко от тебя, что я далеко, 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 далеко от тебя. Друзья, ваши аплодисменты. Спасибо. Жень, спасибо за такое драйвовое начало. Присаживайтесь, пожалуйста. Искупайтесь, пожалуйста. Еще раз аплодисменты. Жень Зайцев, солист кавер-бенда Deck Genials. Жень, сейчас такой сезон, что собрать коллектив вместе трудно. Слава богу, нашлось время прийти. У тебя ты не один пришел, кого из коллектива еще выцепил? Естественно, кого? Бас-гитариста. Антона Синякова. Антон Синяков сегодня тоже у нас в гостях. Антон, привет. Антон, привет. Друзья, расскажите. Невероятно классная обработка, аранжировка, кавер получился на всем известный хит. Сам Сергей Жуков слышал эту историю? Мало то, что слышал, да еще вдобавок ко всему к себе на стене ВКонтакте добавил и написал достаточно неплохой отзыв, и нам от этого приятно. Друзья, это заслуживает больших аплодисментов.
Ну, вы знаете, с вами этот вечер обещает быть достаточно нескучным. Я это уже понял по первой композиции. Ну и вообще, скажу я вам, друзья, день сегодня достаточно насыщенный. Потому что, несмотря на то, что 22 число, говорят, в Европе именно в этот день происходит день весеннего равноденствия. Именно сегодня в Европе встречаются зима и лето. Запомните этот факт. Ну а также сегодня по некоторым календарным источникам день истории. Ну, и главный праздник сегодняшнего дня – это Всемирный день таксистов. А у таксистов, между прочим, этих самых историй, ну, наверное, ВОЗ и, как говорится, и маленькая тележка. Так что постараемся объединить все эти праздники. Вы также можете присоединяться к нашему разговору. Мы работаем в прямом эфире. Наш Вайбер готов общаться с вами. Так что присылайте ваше сообщение к нам на Вайбер. Его координаты, как всегда, видны на ваших экранах. Ну, а вопрос у нас такой будет. Какие же истории связаны с такси у вас? Делитесь вашими историями с нами в Вайбере. Ну и не забывайте в прямом эфире присоединяться к нашему разговору. Мы начинаем. Друзья, это программа «Добрый вечер, Гомель». Мы продолжаем. Вызываем их, когда нам срочно нужно куда-то добраться или доехать. Они всегда появляются в самую необходимую минуту. А еще именно с такси связано очень множество романтических моментов, во всяком случае, если верить кино. Более того, им посвящают песни, а сами представители этой профессии нередко становятся главными героями каких-либо невероятнейших историй. И сегодня у нас праздник День таксиста, праздник международный, и по всему миру он отмечается в этот день, 22 марта. В эту дату, если верить историческим сведениям, только более сотни лет назад, а именно в 1907 году, на улицах английской столицы впервые появились автомобили со счетчиками. Ну а водители этих автомобилей любого желающего могли завести за определенную, естественно, плату из пункта А в пункт Б. Друзья, под ваши аплодисменты я спешу пригласить в нашу программу гостя, психолог Степан Станибула. Сегодня у нас в гостях. Степан, здравствуйте. Рад видеть. Добрый вечер. Добрый вечер, Александр. Степан, а вот ты сам часто пользуешься такси? Ну, пока у меня не было автомобиля, то часто. Какие это ситуации, чтобы вызвать такси и сказать, что тебе нужно куда-то уехать? Ну, тогда, когда не ходит общественный транспорт, и мне надо там попасть домой, и я пользуюсь такси, это удобно очень сильно. Ну, безусловно, удобство здесь очевидное. А скажи, вот важно ли тебе, какое такси, какая машина за тобой приедет? Или ну, довезли, да и слава богу. Ну, мне вот, никогда не задумывался над этим вопросом. Наверное, важно, чтобы это была комфортабельная машина, чтобы я мог сесть, я человек большой, да, вот я, мне... Тесно, наверное, в машине маленькой, да, чтобы она была большая, удобная, комфортная, там, чтобы не курили там, вот как-то так. Хорошо, я запомнил. Ребят, ну а вы сами услугами такси пользуетесь часто? После все-таки каждого выступления. Музыканты отработали, нужно и инструмент завести. Да, вот мы действительно ездим после каждого выступления, вызываем такси и ездим, и абоненты в нескольких такси нашего города. То есть какой-то определенной, какого-то определенного такси нету? Всегда разные? Или все-таки уже есть привычки, какие-то свои знакомые? У нас был один знакомый таксист, который нас возил года три, наверное, да. Но он сейчас уехал в Россию, вот, насовсем. А сейчас мы пользуемся уже, вот просто вызываем, и кто приедет, тот приедет. Ясно. Хорошо, ну а какие таксисты часто попадаются? Разговорчивые или такие, что вот молча довезли? Расплатились? Редко. Редко бывают такие, которые, вот как ты говоришь, вот молча посадили, довезли, и все, и до свидания. Нет. Зачастую бывает такое, что ты уставший, тебе не хочется разговаривать после выступления, но таксист тебя разговорит и порой даже поднимет тебе настроение. То есть таксисты еще своеобразные психологи? Мне кажется, да. Антон, что скажешь? В случае, как я с таксистом... Мы приехали и еще стояли, полчаса разговаривали во дворе. О чем? О жизни. У него были какие-то переживания, взрослый дядя. И мы с ним... Да, разные попадаются. Да. В общем, долго еще стояли, общались. То есть в твоей ситуации ты выступил психологом для таксиста? Можно так сказать. Да, мы советчиком каких-то... Про женщин мы говорили, да. Нет, на самом деле бывают случаи, когда таксист тебя разговорит,
И тебя понесло, ты и начинаешь рассказывать. Да, нет, нет, тебя понесло, ты начинаешь уже рассказывать. Вот они спросят, а вы музыканты? О, а где играли, что играли? Как? Вот, вот я же хочу, хочу спросить, есть ли такие таксисты, которые, скажем так, ну, уже узнают вас в лицо? Все-таки таксисты тоже ходят и по каким-то концертным площадкам? И... Нет, вот, кстати, исходя из того, что вот, как вот наш товарищ знакомый, который нас возил очень много лет, за все время мы дружили очень, но за все время он так и ни разу не попал на наши выступления. То есть, мне кажется, те таксисты, которые ездят в ночную смену, у них не получается сходить на какие-то вот такие выступления. И нет, у нас, наверное, ни разу, да, я не припомню, чтобы нас кто-то узнал. Единственное, что было такое, что... А, вот я вас когда-то возил, вот такое было. А так, чтобы вот узнать, нет. Степан, а вот ведь нередко и в книгах, и в фильмах можно наблюдать, что какие-то романтические, ну или там судьбоносные эпизоды происходят именно в такси. Вот как думаешь, почему именно такси заслужило репутацию, ну вот чего-то, ну я бы даже сказал мистического? Романтического, да? Такого? Мистического, романтического, судьбоносного. Ну, вот мне кажется, что вот, вот как-то в такси работают определенные люди. Вот, вот я не знаю, я как-то вот я ехал в такси, и мне таксист... Определенные люди, то есть это закрыто, скажем так, даже не закрытое, это профессия не для всех, для избранных? Ну, как-то вот, вот там люди настолько, ну, настолько они романтичные. Вот мне как-то один таксист, который меня вез, рассказывал, как он любит дорогу. Вы знаете, для меня как будто какой-то вот роман он мне вот зачитывал. Он, вот настолько это было искренне, настолько там было много эмоций. Вот он как, вот не знаю, как о девушке говорил. Вот о дороге, да, вот сколько всего попадается, сколько интересного. Он так он был всем этим наполнен, да, настолько он этим жил, что вот просто вот, мне кажется, туда идут специфические люди. Специальные. Ну, такие, знаете, вот как... Как пел Валерий Сюткин, любите девушки, да, опасных мальчиков, простых романтиков, да, летчиков и моряков. Вот, то есть это специфический народ. Вот к тому набору таксистов еще не хватает. Ну, мне кажется, да. Друзья, давайте поаплодируем всем таксистам, которые в данный момент вышли на маршрут, работают, доставляют нас с пункта А в пункт Б. Ну, а обращаясь к нашим зрителям, хочу сказать, что, конечно же, есть у нас вопрос эфира. За правильный ответ, на который кто-то из вас станет счастливым обладателем пригласительного билета на двоих человек на одну из выставок в картинной галерее Гаврила Ващенко. Поверьте мне на слово, посмотреть там есть на что. Ну, кто-то заслужит этот пригласительный билет, но сначала нужно дозвониться к нам в студию прямого эфира программы «Добрый вечер, Гомель» и правильно ответить на вопрос. А вопрос у нас такой. Считается, что символ такси шашечки был широко распространен в 20-х годах прошлого века в США. А теперь, внимание, вопрос. У кого же позаимствовали находчивые таксисты эти самые шашечки? Звоните к нам в студию, присоединяйтесь к нашему разговору. Победитель получит приз. Давайте поддержим всех наших зрителей аплодисментами. Ну и также напомню, что присоединяйтесь к нашему доброму вечеру. Будем общаться. Сегодня Всемирный день таксиста. Степан, ну ведь вы тоже автомобилист. Да. Сколько времени проводите за рулем? Ой, я очень часто, потому что как-то я, хотя живу недалеко от работы, и мне там очень часто к первой паре, но я такой, я люблю поспать очень сильно, и я вот как-то сажусь на машину, утром лечу на работу, хотя мне там пройти 15 минут. А можно ли представить такую ситуацию, что останавливаешься, например, едешь в ночи, кто-то машет рукой, голосует на дороге, останавливаешься, чтобы подвезти? Ну да, бывает такое, случается, особенно вот я там, бывает, езжу там на Украину, у меня там родственники, так там, так вот чуть-чуть легче этот момент, да, вот, например, на таможне могут подойти, подвезите нашего товарища, ну что, откажешь? Берешь, он садится и едешь с ним, куда-то подвозишь. То есть, ну, мне даже интересно. Бывают ситуации, когда... Я имею в виду в городе ночью. Ну, кто-то остановил, тормознул попутку, как говорится. Ой, ну, в городе, я не знаю, скорее за городом, да, вот как-то вот в таких ситуациях. Кому-то, может быть, часто нужна помощь. Вот как-то так. В городе нет, наверное. Ну, то есть, эта ситуация допустима? Ну, да. Да, почему нет? Итак, друзья, день танкиста.
Я сказал танкиста, таксиста. Чего бы это. День таксиста. Давайте поддержим меня. Там же недалеко. Жесть, спасибо за поддержку. Есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте с вами знакомиться. Как вас зовут? Меня зовут Оля. Ольга, откуда вы нам звоните? Я звоню из Гомеля. Отлично. Ольга, скажите, а какое место в вашей жизни занимает такси? И есть ли у вас истории, связанные с такси? Ну, такси. Мой супруг раньше работал в такси, поэтому я его вот уже поздравила с этим праздником. Поздравляйте от нас, от всего доброго вечера. Алло? Поздравляйте от всего доброго вечера и от нас. Поздравляю своего дорогого, любимого супруга с праздником. Отлично, и всех Ольга. И водителей такси, и просто водителей. Великолепно. Ольга, ну и звоните вы нам не просто так. Вероятнее всего, у вас есть вариант ответа на наш вопрос. Да. Хотите, повторю вопрос? Ну, повторите. Итак, считается, что символом такси шашечки, символ такси шашечки был широко распространен в 20-х годах прошлого века в США. А теперь вопрос. У кого же находчивые таксисты позаимствовали эти самые шашечки? Я думаю, из гонок. Еще раз, откуда? Гонки. Гонки. Вы знаете, совершенно верно, и эти аплодисменты вам. Потому что именно у гоночных соревнований знак тем самым говорил о невиданной быстроте перемещений из пункта А в пункт Б. Ольга, поэтому мы вас поздравляем. Спасибо. И этот вам тоже спасибо за звоночки, за участие в нашем эфире. И пригласительный билет на двух человек в картину галерею Ващенко достается вам. Ну а посмотреть там действительно есть на что. Еще раз эти аплодисменты вам. Друзья, день таксиста – это день представления одной из самых трудных профессий. Ведь шофер день за днем работает с разными людьми, а он работает и с пассажирами, а пассажиры бывают и спокойные, и совершенно разные в общении и в доброжелательности. Поэтому здесь надолго остаются трудиться, как мы уже выяснили, только преданные, крепкие люди с крепкими нервами. Буквально через несколько мгновений мы вернемся в нашу студию, продолжим разговор на заданную тему. А какие же у вас истории, связанные с такси? Звоните к нам в эфир, присоединяйтесь к нашей беседе. Реклама пройдет быстро. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4». Сегодня мы отмечаем День таксиста. Так звучит и тема сегодняшней программы. Уверен, что вам тоже есть о чем рассказать, поэтому пишите к нам в Viber, звоните к нам по телефону и присоединяйтесь к нашей вечерней беседе. Таксист, шофер-профессионал. Он, между прочим, на зубок должен знать все пункты правил дорожного движения, правил эксплуатации автомобиля, а также хорошо ориентироваться в городе. Например, знать, как объехать ту или иную пробку, как добраться до малоизвестного адреса, по паре ориентиров догадаться, где же ожидает его пассажир. В наше время работу таксистов изначально упростили навигаторы, однако им до сих пор трудно поспорить с чутьем настоящего профессионала. Друзья, под ваши аплодисменты. Я с огромным удовольствием спешу пригласить мою гостью, таксиста высшего класса, мастера своего дела, хранительницу множества дорожных историй. Продолжаем аплодировать громче. И просто очаровательную женщину Тамару Михайловну Харитончук. Здравствуйте, проходите. Рад вас видеть. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Тамара Михайловна, сегодня уже были на маршруте или так вот? Нет, сегодня у меня выходной. То есть у таксистов тоже бывают выходные дни? Да, такой праздник. А прическа, а макияж? Позаняться собой. Действительно. Когда еще как не в день таксиста? Да. Хорошо, что есть такой праздник. Конечно. Скажите, а день таксиста вы принципиально вот не работаете именно это выходной? Или это уже... Нет, это просто сегодня. А так обычно как вы проводите обычно этот работаю. Праздник? Как и 8 марта, как и Новый год. Много людей, много встреч, много поздравлений, цветов. Почему бы и нет? То есть на маршруте тоже идут и поздравления, и цветы? Конечно, конечно. Скажите, а сколько лет вы уже в этой профессии? Автошколу я закончила очень давно, в 1969 году. Ух ты, а автошколу, кстати, какую в Гомеле? Гомельская автошкола на Реческом шоссе.
автоучкомбинат. Молодая девчонка. Такси, конечно, не брали. Нужен стаж. Ну и пришлось мне пойти в автобазу связи. Почтовые ящики чистить, пачки с газетами доставлять. Но мне это нравится. Это мое. А такси – это моя мечта. Это с детства моя мечта, которую я осуществила. А почему? Вот, может вы знаете, быть, наверное, общение. Покажусь примитивным, но все-таки все девочки, насколько мне известно, хотят быть актрисами, или моделями, или певицами. Дело в том, что я, наверное, потомственный шофер. И дети мои тоже. И невестки, и внучка. Все за рулем. Все, кроме моей мамы. Она боится машин, но со мной ездит спокойно. Маме в этом году исполнится 94 года. Друзья, браво! Это заслуживает бурных аплодисментов. Да, я надеюсь, она смотрит меня сейчас. Мамочка дорогая, живи долго-долго и радуй нас всех. Давайте поддержим аплодисментами. Все-таки все сказанное в этой студии, поверьте моему опыту, все исполняется, поэтому обязательно исполнится. Конечно. Скажите, а вот тот год, когда вы были выпускницей автошколы, а вот на каких автомобилях в то время обучались? Тогда был «Москвич». 407, 408, 412 пошел позже. У меня был «Москвич» вообще с правым рулем. То бишь я подъезжала прямо к почтовому ящику, доставала рамку, вытащила письма и поехала дальше. Зимы были, конечно, не такие, как сейчас. Зима начиналась как зима и заканчивалась как зима. Как настоящая зима. Да. Была бригада девчонок, 12 человек. И пока мы с автобазы связи не вытолкнем все машины, мы не разъезжались. Утром рано это было, в 7:15 мы должны были быть на доставке, поэтому все хором, дружно, колонной уезжали на вокзал. Такая у нас была работа. Потом так получилось, что я ушла в грузовой парк. Это автобаза номер 4. Угу. Это была очень хорошая практика для меня. Там я работала на всех машинах, и газоны, и чего там только не было. Самую любимую какую-то определили для себя? Ну, или, у меня быть, был «Жук». Нелюбимую, наоборот. «Жук». Была такая польская машина «Жук». Я очень ее любила. Теплая, удобная. Я обслуживала на ней столовые, возила продукты. Ну, и как подошло время, то есть уже был у меня стаж водительский, я ушла в таксопарк. Это был 1974 год. Ну, в таксопарке, вы говорите, особо не хотели принимать вас в команду. Ну да, сначала, ну не то, что не хотели, а тогда был очень большой конкурс. То бишь, девчонок то есть, не это, очень хотели брать. Таксист – это элитная профессия, можно да, сказать. Да, таксист – это не шофер, а это именно таксист. Потому что, сами знаете, что работать с людьми очень сложно. А люди бывают разные, и больные, и здоровые, и но злые. Характерами. Да, и кому-то хочется поделиться, порадоваться, высказать. Тамара Михайловна, ну вот принято считать, что таксист, это сейчас уже привыкли, девушка за рулем, ну как бы это уже все нормально. А вот в то время мало того, что девушка за рулем, так еще и таксист. Ну, по-моему, это чисто мужская территория. И скажите, долго ли пришлось коллегам-мужчинам доказывать, что вы не хуже, а может быть где-то и лучше? Вы знаете, что я даже не пыталась этого доказать. Оно само пришло. Оно само. У нас было 2 водителя такси в таксопарке, потом пришла я третья. И потом стало нас 12. Из 12 почти никого не осталось. Кто вообще бросил эту профессию? А я ушла в частный бизнес. И вот с тех пор, с 1988 года, я работаю на себя. Я рада, я довольна. Меня все категории, все, кроме мотоцикла. А почему? Ну, как-то тогда это было не то, что не модно было. И таких мотоциклов, как теперь, тогда не было. Я могу водить любой мотоцикл, но мне это не интересно. Во-первых, прическа портится. Действительно. Какой мотоцикл? Должна быть крыша над головой. Вот с тех пор работаю и бросать не собираюсь. Хорошо, вы говорите все категории, и я так понимаю, что на многих автомобилях вы протестировали, скажем да. так, многие автомобили. Скажите, кабриолет, он тоже без крыши? Довелось это посидеть не за рулем кабриолета? Там прическа портится. Истинная женщина. Это не мое.
Эти аплодисменты вам. А у нас тем временем есть телефонный звоночек. Давайте послушаем, кто же дозвонился к нам в студию. Алло. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Александр, и гости в студии. Здравствуйте. Дорогие Семенко. Я хочу поздравить всех таксистов Гомеля с праздником. Поздравляйте. С праздником вас. Желаю вам, конечно, всего самого хорошего, здоровья и веселых пассажиров, и терпения, конечно. И хочу такую маленькую историю рассказать. Скажите, а вы сами часто пользуетесь такси? Да, ну не часто, но пользуюсь. Вот недавно, пару дней назад, я забыл такси телефон, и меня нашел водитель, девушка, ее зовут Светлана. Я хочу ей благодарность, вот она, наверное, слушает, хочу подарить маленькое стихотворение. Так давайте уже дарить всем таксистам стихотворение. Ну да, для всех, но и для Светланы. Окей, давайте. Которая мне нашлась, это мне стихотворение. Лабутены модные так рано по советской весело шагают. Идет по Гомелю Светлана, ее все взглядом провожают. Она могла б моделью стать с красивой внешностью такой. Но Светлана стала таксовать, закончу колледж городской. А таксист она от Бога, всегда работает с душой. Ей очень нравится дорога и Гомель раннюю весной. Гордится ей любимый Паша, народ ее боготворит. Самая красивая девушка-сельмаша, глазами цвета малахит. Пусть огонек такси твой горит, и каждый день Господь тебе хранит. Удачи всем таксистам! Спасибо вам огромное за ваше творчество, за эти стихи и, конечно же, за теплые пожелания. Друзья, бывают у нас такие чудеса в эфире. Тамара Михайловна, вернемся к вашему первому дню работы в такси. Сразу, скажем так, вас отправили на маршрут или все-таки какой-то инструктаж, примериться к коллективу, к автомобилям? Ну, обычно это было государственное предприятие. Там был инженер по технике безопасности. И сплошные «Волги», если я правильно понимаю. Да, помню. Были «Волги». И москвичи потом еще пришли. Но на «Москвиче» мне не пришлось работать. Я сказала, я там не помещаюсь. Вот, поэтому я работала на «Волгах». Конечно, инструктаж – это дело хорошее. Но когда его каждый день будут проводить, это не получится. У нас выезжало на линию 250-300 машин. Поэтому... Один раз научили, проверили, умеешь ездить, и давай. Тогда еще не было радиостанции, и работали мы со стоянок. Теперь, конечно, очень обидно, что все стоянки в городе почему-то закрыли, убрали. И нам даже негде парковаться. Стоим кто во дворах, кто за углами. На вокзале забита вся стоянка наша, когда она была наша. Все, частные машины там паркуются. Очень больно и обидно, что город не обращает на это внимания. Ну, все-таки как-то, я думаю, можно разрешить эту ситуацию? Рано или поздно должны же вернуть таксистам их стоянки? Не знаю. Ну, во всяком остается надеяться. Вопрос у меня вот к вам какой. А вот помните первый маршрут, первый вызов, первого клиента? Ну, вызовы уже пошли позже. Когда появились радиостанции, я получила позывной номер 1. Вот. Было очень мало желающих среди таксистов, потому как это привязан к диспетчерской. И одна бригада всего была у нас. Одна. Ну и в основном люди ездили на вокзал. На вокзал. И на вокзал обычно... Сейчас мы подъезжаем к пассажиру максимум за 5 минут. Тогда мы могли ехать и полчаса, и 40 минут, и нас спокойно ждали. Потому что... Другого не было. Сейчас конкуренция, конечно. Сейчас 3-5 минут, и машина у подъезда. Ну, первый я уже не помню, потому что это было очень давно. Очень давно. Но в основном люди все хорошие, внимательные, благодарные. Я свою работу очень люблю. Скажите, а вот за годы пассажир изменился? Вы знаете, в каком-то смысле да. Дело в том, что раньше было так. Едешь... И здесь тебе машут, берите. И здесь тебе машут. Пассажиры, берите. Есть место, мы подвинемся. Сейчас почему-то люди... Ну, вы разделите даже этот проезд. Вот человек стоит там с ребенком или... И отучили этим. Сейчас
никто руки не поднимает. Если поднимает, то только на маршрутке. Вот в этом, конечно, уже нехорошо. То есть ты освободилась где-то в Алатове и ставишь на линию, и стоишь где-нибудь там в стороне, потому что знаешь, что по дороге тебя никто не остановит. То есть мы работаем только через связь. Вот такая сейчас работа. Раньше, может, и таких средств связи не было, которые есть сейчас, и поэтому поднял руку, и все. Да даже стоянка есть. Стоят машины, человек стоит рядом на остановке и звонит. Ну, тебе же надо быстро возьми машину, рядом стоит, нет, звонят. Так что, друзья, послушайте совет профессионального таксиста и воспользуйтесь им даже в 21 веке с множеством различных средств связи. Но вы знаете, вот как мы уже с ребятами-музыкантами успели выяснить, именно в такси с таксистами происходят различные истории. Кто-то кому-то что-то советует, кто-то с кем-то чем-то делится. Именно в такси можно получить простой ответ на очень, например, сложный вопрос. Скажите, у вас часто бывают такие вот истории, что кто-то вам что-то рассказывает, вы кому-то что-то советуете? Это бывает каждый день и да очень ладно. Много раз. Потому что идет человек с поликлиники, что-то болит, тяжело сесть в машину. Ой, какая у вас высокая машина. Я говорю, ничего, сейчас сядем. Уселся, говорит, ой, как хорошо. И начинает высказывать, вот тут болит, вот там болит, надо поддержать разговор. Или девушка едет на свидание, или со свидания, с плохим настроением. То же самое, она хочет говорить, почему нет? Почему нет? Ну, и бывают такие люди, с которыми не хочется даже говорить. Думаешь, скорее бы ты вышел. Бывает и так. Ну, вот это есть очень хорошая пословица, что все люди разные. Разные, да. Степан, вот почему мы готовы откровенно рассказывать какие-то свои сокровенные секреты совершенно незнакомым людям? Ну, есть такой эффект в психологии, да, когда человек ориентирован скорее на то, чтобы рассказать случайному попутчику, да, что с ним происходит, какие у него переживания, что его гложет. Ну, это связано с тем, что с ощущением того, что он первое не встретит никогда больше этого человека, да, вот, ну, и то, что так как он его не встретит больше, да, то вот факт осуждения со стороны этого человека, сводится да, к нулю. Да, он будет к нулю, и даже если осудит, ну, какая разница, нету никаких пересечений, да, я не знаю, кто он не знает меня. И вот это способствует такому внутреннему самораскрытию человека. Ну и по большому счету люди сейчас очень одиноки. Вот, ну, где вот мы можем говорить о том, что нас очень сильно беспокоит, да, вот чем мы, вот на что мы включаемся, вот на что мы стрессуем. То есть открытие души совершенно незнакомому человеку, будь то таксист, случайный попутчик или где-то ну, бармен тот же самый, это происходит от одиночества? От одиночества, от, скажем так, ну, по большому счету, вот если так разобраться, вот я в своей работе очень часто встречаю людей, большое количество, которые вот по сути своей окружены людьми, но вот по сути одиноки. Я часто слышу такое, что вот вы знаете, я ни с кем это не обсуждаю, эти темы. Мне трудно об этом говорить, потому что мне стыдно. Я очень боюсь, что меня будут критиковать и так далее. И вот такие вещи говорят очень часто. А я слышал, что это именно синдром больших городов. И появилась вот эта вот, ну, я не знаю, болезнью это назвать или просто сложившимися ситуациями совершенно недавно. Так ли это? Да, да, да. Вот очень известный, скажем так, психолог Эрик Фромм говорил, у него даже такая книга была «Человек одинок». Поставил диагноз, по большому счету. И что будем с этим делать? Ой, это общаться. Общаться. Знакомиться, давайте, общаться, вот как-то вот... Давайте, да? Пообщаемся сейчас с кем-то из наших телезрителей. У нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас слышать. Давайте знакомиться. Как вас зовут? Откуда вы нам звоните? Владимир Иванович. Здравствуйте, Владимир Иванович. Откуда вы? Из Гомеля. Из Гомеля. Отлично. Рассказывайте, с какими мыслями к нам в эфир пожаловали. Вот мы этого таксиста знаем очень давно-давно. Так. Так.
А вот этот таксист не хочет нам рассказать? У них есть все категории, да? И за свою жизнь. На каком виде транспорта она ездила? Тамара Михайловна, вот видите, даже зрителю подсказывают, о чем же рассказать. Друзья, ваши аплодисменты. Ну, тот человек, который спрашивает, он больше меня знает, на чем я ездила. Это мой старший сын. Угу. Вот. Ну, что вам рассказать? Москвичи, Волги, УАЗы, Еразы, газоны. Я уже даже не могу всего перечислить. А отец мой работал на ЗИЛу-164-м. Он был военный шофер. И с войны он приехал на Татре. И когда я была маленькая, я его ждала на дороге с табуреточкой, потому что машина была высокая. И чтобы туда попасть, надо было поставить табуреточку, чтобы вскарабкаться на подножку. Отец уходил обедать, а я сидела за рулем. И мечта моя осуществилась. Я всю жизнь сижу за рулем и не жалею. Тамара Михайловна, а вот таксисток женщин в нашем городе много? Ну, не так много. Не так. Я работаю в такси «Автомиг» 181. У нас 6 женщин. 6. Ну и так, есть по фирмам, но их что-то очень мало видно. Есть, конечно. Раньше у нас было женское такси. Оно вроде как начало работать. Они сели на Матиссы. Ну, у девчонки же думают, что это романтика. Ой, пришел, сел за руль, безусловно. Поехал. А здесь надо работать. Здесь надо работать. И что такое такси Матисс для города? Как сядет вот такой молодой человек, которому некуда ноги там девать. Короче, они все это бросили, и девушки, женщины идут с охоткой. Но когда сталкиваются со всякими проблемами, когда начинает ломаться машина, когда где-то застрял в снегу или в грязи, еще что-нибудь, они бросают это дело. Ну, я бы хотела сказать, не бойтесь. Это так поначалу кажется. Закаляет. Трудно. Да. Приходите, работайте, зарабатывайте, общайтесь. Здесь очень интересная работа. А, в продолжении моментов интересной работы. Вот всем нам известен сериал «Таксистка» в главной роли с Людмилой Артемьевой. Скажите, а вот вы, вероятнее всего, тоже смотрели этот конечно, сериал. Конечно. Скажите, много ли там будничных реалий, много ли там правды из жизни таксиста? Там в основном правда. В основном. Если в жизни снимать, это будет и еще больше эпизодов. Еще круче. И еще круче. Ну, смотрите, профессия таксиста – это же не только доставить из пункта А в пункт Б. Это целая психология, это целая философия. Потому что, как вы отметили в начале нашего разговора, люди абсолютно с разными характерами, с разным абсолютно здоровьем, с разным мировоззрением. И нужно каждому найти, мало того, что довести безопасно, так еще каждому найти подход. И если вдруг какая-то накаленная ситуация, сгладить все острые углы. Как получается? Ну, вот так и в это же время не забывать о правилах дорожного движения? Обязательно. Вот порой нас заставляет, например, из пятого проехать в центр через Монастырек. Когда начинаешь объяснять человеку, что там висят знаки, а мы на такси. Я говорю, может, вы на самолете лучше полетите? Там нету знаков. Ну, как вариант. Да. Начинаешь объяснять, не верят. Начинают, у меня даже одна девушка звонила при мне в ГАИ. Ей просто популярно объяснили, что знаки стоят, и для всех они одинаковые, кроме транспорта, который идет по маршруту. Мне по маршруту, а мне здесь короче, она говорит. Ну, в конце концов, она убедила, что она не права. Степан, ваш... трудная профессия. Степан, твой психологический совет. Вот есть какой-то универсальный совет, как быть в подобных ситуациях? Ой, я вообще, если честно, поражен сегодня, вот насколько действительно эта профессия такая, ну, эмоционально контактная, и насколько нужно быть эмоционально устойчивым, чтобы вот выдерживать эту всю агрессию, злость, ну, очень часто неадекватность какую-то, да, вот часто, людскую, да, часто. Это... Я просто вот как-то для меня открытие сегодня, я так послушал вас. Ой... Как выдерживать? Да, да, да. Одно дело эмоции, а второе дело совет психолога. Как выдерживать, как справляться?
Ну, я... Холодный рассудок сохранять. Да, вот как-то понимать о том, что это работа, да, вот, она заканчивается, да, человек злится, да, на что-то, злится не на вас, да, злится там, не знаю, на сиденье, на что, на свою какие-то, на свои какие-то моменты он пришел вот в этом состоянии. Ну, вот просто понимать, что это работа, да, как-то не соединяться с этим, самое главное. Да, вот очень часто бывает так, злятся на что-то люди, и сразу кажется, ага, наверное, они уже злятся на нас. Да, вот как-то вот эти вот, понимать, вот мы здесь, а здесь вот сидение, там знаки, желание, потребность клиента проехать через мостырек, это вот как-то вот, ну, разделять это все. Вот, вот как-то об этом. Давайте послушаем, есть у нас еще один телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Да, добрый вечер. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы к нам пожаловали? Петр Гомель. Петр, мы вас приветствуем. С какими мыслями к нам на вечерок заглянули? Заглянули. Во-первых, хочу поздравить всех таксистов города Гомеля. Поздравляйте. Пожелать им здоровья, счастья в жизни в личной. Хочу поздравить на вашей передаче любимая женщина Тамара Михайловна. Это моя очень как хороший товарищ, друг. Я с ней тоже, как говорится, иногда катаюсь. Она как человек от Бога. Желаю ей, пускай слышит, здоровья, счастья, благополучия, успеха в работе. Ну, всего тебе, Михайловна, самого лучшего. Спасибо. Детям и вообще. Я тебя приветствую. Дозвонился до вас. Спасибо большое за этот звонок. Спасибо большое за ваши аплодисменты. Друзья, ну а еще через... Еще пару дней назад был еще один весенний праздник, это день весеннего равноденствия. Вот некоторые источники утверждают, что именно 22 марта весеннее равноденствие начинается в Европе. Но это сезон, когда время суток днем и ночью равняется, говорят, что зима встречает лето. А вот еще это время, когда появляются подснежники. Очень надеемся, что сквозь эти снега, которые наконец-таки сегодня немножко начали таять, подснежники тоже появятся. Брызги, капельки, осколки никого не зацепили. Брызги, капельки на ветер, и тебя никто не тронет. Дядя Степа на конфете помещается в ладони. Напитки покрепче, слова покороче. Так проще, так легче стираются ночи. Звонки без ответа, слова и улыбки, вчерашнее лето, смешная ошибка. А давай как будто праздник, в небо шарики, салюты, синий, белый, желтый, красный, брызги, капельки, минуты. Падаю на ровном месте, зацепиться бы за воздух, там, где нолик ставил крестик, там, где рано ставил поздно. Напитки покрепче, слова покороче. Так проще, так легче стираются ночи. Звонки без ответа, слова и улыбки, вчерашнее лето, смешная ошибка. Вот здесь можно все вместе. Теперь давайте попробуем. Если вы помните слова, споем все вместе, хорошо? Напитки покрепче, слова покороче. Так проще, так легче стираются ночи. Звонки без ответа, слова и улыбки. Вчерашнее лето, смешная ошибка. Напитки покрепче, слова покороче, так проще, так
сердце ночи, звонки без ответа, слова и улыбки, вчерашнее лето, смешная ошибка. Евгений Зайцев, Антон Синяков. Группа «Дэк Дженнил» сегодня у нас в гостях. Спасибо за ваши аплодисменты, спасибо за ваши песни. Тамара Михайловна, а вот вы в машине за рулем какую музыку слушаете? Радио Рокс. Это любимое направление. Да. Хорошо. За рамками, скажем так, когда вы не на маршруте, когда вы не в пути, не в дороге, что посещаете, где бываете, чем увлекаетесь? Ну... Если не на дороге, то значит на ремонте. Давайте о хорошем. Где бываю? Да уже давно нигде не была, честно сказать. Давно. Просто как-то не получается. Во-первых, раньше, когда работала в государственной фирме, в 5 часов утра выйдешь, в 2 часа уже в гараже. Сейчас так работать не получится. Тамара Михайловна, я знаю, что вы еще, кроме того, что прекрасно знаете, как вести себя на дороге, вы еще и создаете красоту. Рассказывайте. Ну, я вяжу спицами. Я вяжу очень красивые вещи. И дарю их людям. Великолепно. Давайте еще раз выступаем нашу гостью в аплодисментах. Друзья, еще одно событие, о котором хочу рассказать, это тоже событие красоты уже. В эти выходные, 24 марта, в городском центре культуры в городе Гомеле состоится 5-й международный фестиваль красоты «Золотой подснежник» по парикмахерскому искусству, декоративной косметике и ногтевому сервису. Ну а в гостях у нас сегодня самые важные, я не побоюсь, если скажу, самые важные люди этого проекта. Давайте встретим их аплодисментами. Директор международного фестиваля красоты «Золотой подснежник» Александр Никитенко и председатель общественного объединения «Лига творческой молодежи» из города Минска Наталья Крылова. Здравствуйте. Здравствуйте. Друзья, все ли готово к празднику весны, красоты, доброты, ну и всего самого лучшего, что есть в этом мире? Саш. Ну еще вот завтра последний, так сказать, рывок, и я надеюсь, что все будет отлично. Сколько бессонных ночей уже перед этим проектом провел? Ну, это сказать тяжело вообще. Да, это просто огромное тяжелое мероприятие, ну, международный масштаб, и поэтому очень тяжело бывает. Ребят, уже 5-й по счету будет «Золотой подснежник», но история его насчитывает уже гораздо больше лет. Я прекрасно помню, как проводился первый «Золотой подснежник». Он очень ярко запомнился у меня в памяти. Сегодняшний «Золотой подснежник», он какой? Ну, во-первых, надеемся, что наш «Золотой подснежник» принесет на Гомельскую землю наконец-то весну. Он расцветет, и наконец-то придет весна. Тепло в души наши, сердца, красота, которую мы принесем в город Гомель, международную красоту, потому что к нам приезжает абсолютный чемпион мира Кира Гончарь, которая даст свое супершоу на большой сцене перед награждением с Натальей Ротмановой. Кира Гончарь – это Россия, Наталья Ротманова – это город Минск. Вот, это очень фееричное, достаточно красивое шоу, которое нигде еще в Беларуси не показывали. Наталья, а, ну, скажем так, не обидно столице, что в Гомеле, ну, хотя Гомель тоже, скажем так, Минск первый, но, как говорится, и Гомель не второй. Не обидно, что не в столице распускается «Золотой подснежник», а у нас? Отнюдь не обидно, потому что «Золотой подснежник» — это дружественное мероприятие с фестивалем красоты, который проходит в Минске, Минский вернисаж, он проходит через год. Мы ждем гостей, участников один год в Минске и на следующий год, на следующий сезон в Гомеле. Поэтому отнюдь не обидно, а мы наоборот стараемся, чтобы наш фестиваль расцветал, и как вернисаж, и точно так же «Золотой подснежник». То есть вы эту красивую нишу решили, ну, я не скажу, что разделить, а как-то масштабы сделать пошире? Ну, может быть, на «Золотой подснежник» больше может приехать людей и участников из Украины. Гомель все-таки ближе к стране соседки, да?
Может быть, в Минск приезжают другие представители команд, европейских и Прибалтики. Хотя на сегодняшний день я не могу сказать, что это мероприятие меньше или больше. Они оба значимые и очень красивые. И как вы сказали, что в этот сезон международный, он действительно международный и значим международными и коллегами, членами жюри, и также участниками. Вот 24 марта на площадке Гомельского дворца культуры, будут соревноваться мастера из Белоруссии, Украины, сборная Украины, две сборные команды из России и из Литвы. Мероприятие, ожидается очень масштабным, очень интересным и действительно зрелищным и значимым не только для Гомеля, но и для всей Беларуси. Саш, какие главные задачи конкурса? Показать шоу, представить новые технологии или открыть новые имена? Да, в ходе фестиваля будут достаточно много проходить мастер-классов для специалистов нашей отрасли. Люди придут посмотреть новые какие-то технологии, новое в нашей индустрии красоты для себя подчеркнуть и применить в той же Гомельской области. То есть развитие нашей профессии, профессии салонов красоты, это маникюристы, это парикмахеры, визажисты, они для себя из таких мероприятий выносят многое. Они становятся на голову выше, особенно те люди, которые участвуют в этом. Вот. И я хотел сказать, что этот фестиваль принесет очень много плодов. Плодов для Гомельской области, прежде всего. Чтобы наши салоны красоты делали наших женщин, ну и мужчин всех, ну, безусловно, мы тоже еще более красивее. Вот, как бы так. Кто-то придет посмотреть на конкурсную часть, кто-то придет увидеть яркое шоу. Можно сейчас уже приоткрыть занавес? Кого ожидаете? Кто выйдет на сцену из приглашенных звезд? Специальный гость. Уже не первый год к нам приедет заслуженная артистка Беларуси Инна Афанасьева. Вот, порадует нас своими песнями. Дадут свои шоу наш Гомельский колледж бытового обслуживания. Наше объединение «Локон» тоже покажет свое шоу на сцене. А также Академия Этера, это город Минск. То есть каждый, кто придет на это представление, получит эстетическое удовольствие и колоссальный опыт, если он как-то связан с профессиями красоты. И не только. Если связан с профессиями, будет что посмотреть простому обывателю. Саш, возвращаясь вот к сегодняшним датам, сегодня еще напомню и по некоторым календарным источникам, и День истории. А насколько я знаю, ты, несмотря на то, что и директор такого крупного проекта, ты также заходишь в зал, работаешь с клиентами. Часто ли приходится, кроме мастера, быть еще и собеседником, советчиком, консультантом? Я считаю, что хороший мастер вообще прежде всего это хороший психолог. И поэтому всегда люди, кроме того, что они приходят за красотой к тебе, они тоже с тобой делятся какими-то своими радостями, горестями. Они в принципе, к тебе приходит еще как к человеку, прежде всего. Вот. Они тебя выбрали за то, что ты им нравишься как, просто как человек. И еще плюс, естественно, хороший мастер. То есть два в одном, и ты состоялся для определенной клиентуры. Чего хотят сегодня люди, которые приходят за красотой в парикмахерскую? Сейчас клиенты все грамотные. Сейчас очень много информации в интернете, и поэтому сейчас чем-то удивлять приходится все тяжелее и тяжелее, потому что, когда век технологий настолько развит, нам приходится иной раз уговаривать людей, когда они пришли и сказали «хочу вот это», а я говорю «вот это, наверное, все-таки не стоит, потому что это и волос повредит». Потому что я большой борец за здоровый волос. Здоровый волос, да. На самом деле, для меня здоровый волос – это прежде всего, а потом уже все остальное на голове. Поэтому
Я даю советы тем, кто что-то хочет невозможное, могу отговорить. Внедрить новаторские технологии в индустрии красоты вот здесь да, и сейчас. Хотят. Конечно, получите, если это, вы не до конца дослушаете. Но потом бывали такие случаи, когда я предупреждал, я там говорил, но собирался и делал. Вот. И получалось то, что, о чем я предупреждал. И клиенты, в принципе, на это не были, конечно, как-то на меня рассержены. Они понимали, на что они шли. В следующий раз старших надо слушать. Да, и сказали, волосы не зубы отрастут, образно говоря. И как бы вот на этом все и заканчивалось. Ребят, то, что касается каких-то новых фишек, новаторств, что будет из новинок представлено 24 числа? Из новинок, наверное, самое наилучшее для участников конкурса – это фотоработы, заочные работы, которые представлены в этом сезоне в достаточном объеме. Прежде всего, конечно же, участник всегда волнуется для того, чтобы выйти на конкурсную площадку. Это очень волнительный момент. Можно вот избежать, выполнив работу заранее и представив на конкурс свою фотоработу, либо шкатулку, это мастера нейл-дизайна, для того, чтобы по достоинству оценили их работу и не было такого волнительного переживания, не было эмоций, которые в дальнейшем, в общем-то, может быть, и захлестнет этого участника, и как раз-таки, может быть, следующие сезоны этот участник придет на конкурсную площадку и уже очно выполнит работы и заявит о себе уже в другой форме. Это вот одно из таких новшеств, которое есть на сегодняшний день у нас на площадке. Что у нас еще, Саша? Ну, это мы, во-первых, ввели гран-при. Да. Это... Вот я с начала эфира смотрю на эти замечательные руки. Расскажите, что это? Это малая парикмахерский скульптура. Оскар, я прав? Ну да, это на нашем фестивале мы ввели гран-при. Это малая скульптурная композиция нашего известного гомельского скульптора-художника Андрианова Владимира Ильича. Он выполнил специально для нас вот эту вот статуэтку гран-при. И мы вручим ее самому техничному мастеру, который лучше всего работает в этой профессии именно в технологической своей сути. Потому что в нашей профессии и в нашем конкурсе есть два направления. Это когда мастер именно как фантазер и что-то придумывает, да, или мастер делает идеально круто. Вот в этой профессии. Это статуэтка для того, кто делает идеально круто. Еще вопрос, который не могу не задать. Это все хорошо. Участники, наверное, уже волнуются, которые выйдут к конкурсным местам 24 числа. Но самая нелегкая задача у тех людей, которые будут это все оценивать. Несколько слов о жюри. Кто же эти, с одной стороны, героические, с другой стороны, люди, ну, которым я по-хорошему, наверное, посочувствую. Ведь оценить всю эту красоту, это тоже нужно. Рассказывайте об этих людях. Да, это большие профессионалы. Это люди, которые состоялись в этой профессии. Это сертифицированное жюри республиканской и международной категории. Это люди из других стран также приедут. Они тоже профессионалы, известные. Потому что мы как бы... Получается, на республиканском нашем фестивале «Роза ветров» вместе встречаемся, судим. Да? Это как бы самый значимый у нас фестиваль наряду с нашим чемпионатом республики. Вот. И мы общаемся, мы говорим друг другу свои какие-то впечатления. И я на предыдущем чемпионате пригласил своих коллег из других стран приехать к нам с нашими, со своими участниками. И вот как бы поэтому состоялся международный именно фестиваль. Потому что, ну, тяжело пригласить из других стран вообще, да, участников. Вот. Это благодаря только каким-то знакомствам личным.
Действительно, работа будет у жюри очень тяжелая, потому что в этом сезоне заявлено 477 номинанта, то есть надо будет оценить 477 работы в различных номинациях. Это все за один день, это будет колоссальный труд как у участников, так и судейской коллеги, естественно, всего оргкомитета. Ну, в общем-то... Остается, наверное, пожелать удачи всем участникам, получить удовольствие всем, кто придет в гости 24 числа в городской центр культуры, ну и продолжать это замечательное начинание. Друзья, поддержим аплодисментами наших гостей. Вы знаете, что я для себя сегодня понял? У нас по дорогам нашего города ездят прекрасные таксисты. У нас происходят прекрасные события, прекрасная история у нас происходит в культурной среде. И еще одна история, которая совсем скоро состоится в нашем городе. Жень, расскажи, кто приедет и кто споет в нашем городе совсем скоро? Открой тайну. Приедет замечательный вокалист. Я бы сказал, это один из уникальных вокалистов, коих рождается, наверное, один на 100 человек. Зовут его Александр Патлис. Он привезет свой сольный альбом, новый, третий уже по счету. Альбом называется «Наступит 12». Вот. И если вдруг кто-то не знает, это солист группы «Новый Иерусалим». Также в программе прозвучит, естественно, неумираемые хиты группы «Новый Иерусалим». Несколько мировых хитов прозвучит. Вот. Ну и, естественно, сам альбом «Наступит 12» весь. А я уверен, не только я, но и наши зрители ждут, то, что этот вечер, добрый вечер, завершится на музыкальной ноте. Что будешь исполнять сейчас под занавес, так сказать? Давайте исполним очень красивую песню. Я думаю, вот ребята, в частности, ее будут знать. Песня красивая, песня Макса Коржа. И вот так как наш вечер уже потихонечку тает. Давай так, мы тебя поддержим аплодисментами. Группа Дэнжениалс завершает наш эфир. Вперед. Ребят, давайте все-таки вместе споем, хорошо? Под конец уже точно вместе споем. У каждого здесь есть своя правда. Как правильно здесь жить, я не знаю. Лишь хочу видеть в глазах твоих много кайфа. И на взлетке, что в прыжке одно, кроссы отлетали. Насмотреться друг на друга под утро. Ведь нам не быть с тобой вместе, ты знаешь. Во взрослой жизни очень много замутов. Лишь просто дай тебя обниму, вместе полетаем. О, в легких тает дым. И над заливом запомни ты меня таким. Таким счастливым. В легких тает дым. И тем же утром запомни ты меня таким. Таким придурком. Нам не расти с тобой детей, не видеть старость. Не заставлять квартиру новыми вещами. Скорее всего, я не увижу тебя больше. Так что жить в кайфе, не унывать, пообещай мне. Ведь все, что в этой жизни происходит, не поддается никакому объяснению. Ну пока у нас с тобой есть еще минут 40, так давай друг друга вдохнем и остановим время. О, в легких тает дым. И над заливом запомни ты меня таким. Таким счастливым. О, в легких тает дым. И тем же утром запомни ты меня таким. Таким придурком. О, таким счастливым. О, в легких тает дым. И тем же утром запомни ты меня.
Всем огромное спасибо за участие в сегодняшнем вечере, друзья. Спешу сказать, что завтра будет новый вечер, он обязательно будет добрым. А на сегодня все. Удачи всем. Пока.